Так. Опа! Здорово! Вот. Не успели отгреметь предыдущие аналитики, но жизнь подбрасывает новые темы для размышления. Вот. В Турции все закончилось. А уж столько было в Анамаспили, по Турции. Выпустил по Ницце, там все комментарии пили по Турции. Ладно, окей. То в Турции все там улеглось более-менее, ну, временно хотя бы, да. Теперь Pokemon Go, да, как бы аналитика нужна на эту игру. Какая-то сраная мобильная игра, но хайп подняли. И мне вот противен этот хайп, да, потому что, ну, какая-то, понимаете, сраная игра. Мы сейчас это все проанализируем, да, но, знаете, на мобилках вообще не бывает нормальных игр. То есть это игры на мобилках, это для каких-то бездельников. Я вот геймер, да, люблю игры, но я не играю на мобильнике, понимаете? И не играл никогда. И даже на PSP, в общем-то, можно сказать, вторую купил и не играл на ней. Вот так вот. Потому что ПК, да, ПК наш все. Вот, короче. И вот это вот сраное, вот Pokemon Go, да, просто пошел пиар, да, почему вот я пошел сраный пиар, да, вот этот противный. Тут покемоны. Я не люблю вот такое, да, как бы, когда тебе навязывают вот эту вот, да, вот эту вот херню. И хер бы с ним, да, навязывали. Вот я, блин, ударил случайно рукой об острый угол. Ну да ладно. И хер бы с ним, но я увидел вот эту отдачу, да, что в эту игру как бы типа стали, может, это, конечно, ложь, да, но как бы стали играть, просмотры, и вот от этого мне стало противно, да, я решил разобраться, что это за проблема и вообще понимаешь, что творится, да, ну вот, оказалось, эта игра, короче, ну, для мобилок, ну, для разных там, и Apple, и, может, даже для каких-то Nintendo, я не знаю, ну, в основном для мобилок, да. Причем в России ее даже, по-моему, официально не запустили, но в нее как-то уже играет хз, как это не суть. Короче, там просто бегаешь, типа покемонов ищешь, но это с геолокацией, да, то есть просто те какой-то покемон, вот в каком рядом, вот где ты обитаешь, да, я не знаю, вот как это она определяет, но, видимо, где вот ты, когда включаешь игру, она смотрит, где ты находишься, да, и там вот она тебе на районе, да, там, по-моему, даже радиус есть. То есть, типа, если дальше идти, может, покемон будет лучше. Не знаю, да, я этих тонкостей не знаю, это не суть. Но чтобы вы просто понимали, не все знают. Но многие, да, многие знают, но не все. Колхозники, они что-то через 5 лет узнают, короче. А игру запустили буквально 8 или 6 июля. То есть, в принципе, ей, ну, если 6, то около 10 дней. Ну, в принципе, я о ней уже какие-то упоминания начал еще на неделе. На вот этой неделе встречаться. Но я тогда еще не понял, что это такое. Ну, и, короче, соответственно, и вот нужно искать этих покемонов, то есть его как бы, он как бы на карте отображается, ты идешь туда, и вот так вот мобилкой водишь с камерой, и как бы ты его видишь, да, как, ну, типа как призрак, то есть как бы, понятно, там нет никакого покемона, но ты как бы мобил водишь, как бы как призрак, знаешь, как это, выйди из сумрака, и ты его там видишь, и ты там какую-то хернюшку делаешь, и типа его ловишь, и типа очки, вот, и вот эта игра, да, она на Западе просто все захватила. Там-то биороботов до хера, да, там народу, человеческой массы много, все богатые. И плюс реклама мощная, я вот посмотрел несколько роликов, ну, я обзоры на эту игру посмотрел, и там вот была реклама просто, я понял, что там, ну, очень мощно вот идет пиар, маркетинг, то есть офигенную рекламу сделали, да, там реклама, ну, высокобюджетная, то есть там, типа, бежит, все кинематографично снято, ну, высокобюджетная реклама, понимаете, да. Там все, там такая красивая картинка, покемоны, то есть все круто. Вот, на самом деле там, конечно, два полигончика говно. Вот, и люди стали как бы бегать, искать, как бы. И я такой спрашиваю, да, я подготовился, понимаете, многие говорят, ты пилишь. Нет, я подготовился, я вот в ВК начал спрашивать, говорю, а чем нравится? Ну, ёпты, там на улицу надо выйти, ёпты, а ты так не мог выйти на улицу, ёпты, да? Не мог, в заточении сидел, а вот игра можешь выйти. Такой бред. Еще, но на ресурсах таких почитал, ну, таких новостных, да, серьезных, там типа она дает как бы возможность
познавать мир вокруг себя, то есть типа там покемоны располагают где-то, но если ты живешь не в деревне, конечно, гребаный, да, не в луже со свиньями, то в каком-то городе, то ты, к примеру, тебе там покемон раз у библиотеки Ленина, да, и ты туда пойдешь за этим самым покемоном и «О, библиотека Ленина, такой весь, да, мой мир познаний расширился», еще представляю, слюна капает, да, то есть ку-ку, Вася, вы че, то есть вы 20 лет или сколько вам там лет жили в стране и ничего не знали, а тут покемон, я стал мир познавать, да. Вы что, идиоты, что ли? Ну, собственно, это вопрос риторический, да, как бы вы сами понимаете, это вопрос риторический. Биороботы, да, то есть им кинули какую-то, да, подачку с барского стола и так запрограммировали, типа, иди вот этой херней, и они побежали, и они ищут в этом плюсы. Мне это напоминает, вот как Майнкрафт, когда в 2011 году он начал появляться, я потом сделал видео, где обосрал, и там все такие, ты нихера не понимаешь, ты чё, это там... кубики строить, а потом оказалось, что все эти майнкрафтеры, и у них основная подписчика, основная часть подписчика, это 8-12 лет, вот такая пиздюшня, да, конченная. Ну, видимо, они такие писали, да, то есть ты ничего не понимаешь, я ничего не понимаю, конечно, зато ты, 10-летний сопляк, все в жизни понимаешь, вот. И здесь, наверное, тоже, ну, как бы в основном видео снимают это люди постарше, и, собственно, там такие, ну, сам подростки, да, такие, 16 лет, вот, типа, ну, это вот, к примеру, на Ютубе. Ну, и понятно, что, во-первых, там мобильник нужен, ну, понятно, он недорогой обязательно, но все равно, как бы, да и хз вообще, что нужно, я вообще не понимаю, в чем, как бы, вот, кроме хайпа, да, смысл, то есть... В чем жопа? Вот в доту я играю, но тут я понимаю, да, во-первых, ММР, да, вот без ММР я бы не играл. То есть ты соревнуешься с другими людьми. Там, я так понял, я спросил, нету никакого ММР, ты как бы ловишь каких-то покемонов, и, я так понимаю, профиля нету, чтобы хвастаться статистике, а, видимо, просто ты с друзьями, типа, о, посмотри, его был... Блин, каким надо быть IQ 1.5, да, чтобы хвастаться с друзьями покемонами? Я этих покемонов, когда вот их ввели, я не понимал, понимаете? Я тогда их не смотрел, это Пикачу, я думал, ну это были 2000-е, по-моему, начало, я точно не помню, да? Я тогда уже, да, не понимал, что за херня, а сейчас это просто какие-то покемоны, какая-то круглая херня, да, Пикачу это какая-то круглая херня, типа кошки. С усиками, по-моему. То есть, ну, типа, это такое изображение кошки, стилизованное в круг, чтобы сложно нарисовать, просто кружок из усами. Ну, или не помню, да, что-то такое, типа. То есть, тут такой бред. И как можно, если ты, ну, ладно, сопляк, там, да, 8-10 лет еще там как-то. Ну, когда ты там подросток 16 лет, какие в жопу? А там ролики есть, где взрослые, там, типа, ролик... Библиотека Филадельфии, да, ну это США, потому что сейчас это в основном в США вышло, именно оттуда этот хайп идет, да, там уже там 10 или 20 миллионов пользователей. Ну а фиг ли мне найти 10-20 миллионов, если только в США 300 миллионов живет, в Японии 120 миллионов, ну и там всякие Франции, Англии и так далее, сами понимаете. Ну вот. И, кстати, вот разработчик из США, да, это вот мы сейчас постепенно подходим, в чем это то, что вот я говорю, что это херня, это еще фигня, а сейчас мы дальше чуть подойдем, да, то есть разработчики из США, ну, как обычно, то есть типа Nintendo, это просто бренд покемонов, да, почему у Nintendo как бы поднялись акции, и они платят, видимо, за бренд, но сам разработчик, он из США, Сан-Франциско. Сан-Франциско, вот как я тут один обзор посмотрел, это рядом с Кремниевой долиной, поэтому там Сан-Франциско, IT-город типа. Но это не суть, это мелочь. Так вот, короче, хер опустим вот этот момент, да, вот я не понимаю, в чем мотивация играть, да, вот зачем люди играют, бегают, я просто не понимаю, да, вот просто вот ты сидишь себе там на хате, да, и тут какой-то покемон и беги, да, как пошутил один в комментах. Я нашел покемона в пизде своей подруги, да, как бы, например, да, ну, вот, или там, ну, и другие какие-то, да, приколы, вот, то есть я просто не понимаю, да, как бы, и плюс он же не может быть, так это геолокация, она, естественно, на плюс-минус 20 метров, или там 50 метров, да, поэтому покемонов, наверное, ищут, что он примерно здесь показывает, но он не тут, а он как-то, ну, игра это там, понятно, они как-то там хитрят, да, примерно, когда подошел, примерно он там... Это же все, ну это же тупая игра, блин, для мобил.
Вот. Но суть в том, что для чего давайте подходим к самой страшной вещи, да. Ну, понятно, эти тупые биороботы IQ полтора бегают с этим покемон. Блин, это какой бред надо быть. Я просто не понимаю, да. Покемонов он ищет. Это, блин, это ну просто пипец. Так вот, в чем, почему спецслужбы, да, спецслужбы обратили уже внимание, и правильно, что для чего это может быть? Для разведки, например. То есть он как бы не пишет, да, ничего вроде. То есть ты вот когда на месте ходишь, вот так вот, как выйди из сумрака, водишь, он как бы не пишет. Значит, тебе просто не показывают, что он не пишет, а он может писать. Вот, соответственно, что можно сделать? Можно этого покемона закинуть, грубо говоря, на ракетную базу. А многие ракетные базы, вот мало кто из вас знает, они находятся рядом с населенными пунктами просто на самом деле. Ну, батя все знает, а вы ничего не знаете. Вот, то есть, ну не с Москвы, конечно, но там в Сибири, там, да много где там. А они прям рядом, ну с деревнями, это в основном там деревни, да, такие, или небольшие какие-то города, но там, грубо говоря, 5-10 километров, да. Ну, туда покемона закидываешь на ракетную базу. Золотого, да, золотого покемона. И вперед эта школота бежит там снимать ракетную базу, например. Или подводные лодки, да, там можно. Рядом с подводной лодкой, да, вот есть же это Северодвинск, или какие вот эти города на севере, их несколько, да, городов, где лодки базируются. Туда покемона закидывают. Ну, там жители живут, это обычный, ну, военный, наверное, закрытый город, но там жители живут. Туда вот покемона закидываешь, ты идешь его ищешь и снимаешь подводную лодку, да, и он записывает, на сервер передает, да, как бы, а ты это не видишь, тебе ничего это не показывается, как бы, вот, и не обязательно даже видео, он может просто фотки, например, да, чтобы меньше трафика, чтобы трафика много не жечь, не нужно, вот, а в итоге они узнают, например, что подводная лодка не стоит на рейде, да, как бы. Конечно, мы можем сказать, спутниками можно, конечно, можно, но только спутниками это дороже, потому что спутниками, спутник, он не все время, спутник, он летит, кто знает, вот вы не знаете, да, крестьяне, а вот я знаю, спутник-то он летит все время, и, соответственно, у него время, когда проходит над подводными лодками, это, грубо говоря, например, час, а остальные 23 часа он летит где-то там, в других местах Земли. Это решается тем, что, например, три спутника запускают, но, опять же, они не стопроцентное покрытие, например, имеют и так далее, вот. И это так, для примера, да. Или другой вариант. Проходит какой-нибудь митинг, да, оппозиционный. И как согнать туда еще народу, да? То есть там и так 50 тысяч человек, а как согнать еще 50 тысяч дурачков IQ полтора? Да просто туда покемонов кинуть, а они не будут знать, да? Он бежит, о, покемон, и он бежит, он не знает, что туда еще 50 тысяч человек побежали. И в итоге на митинге уже 100 тысяч человек, да? Вот, например. Либо еще какие-то, это можно придумать, понимаете, вот. Конечно, понятно, что это трансгалактическая корпорация, она не будет такой херней заниматься, она не будет такой херней заниматься по мелким вопросам, да, по мелочи, а по каким-то крупным легко может заниматься. Вот, в США, да. Дальше, вот другой пример, вот буквально был, вот ее запустили буквально там 6 июля, уже случай в Америке был, там какие-то есть Pocket... Места, короче, порталы или какая-то херня. Короче, что там сделали? А эти порталы сами юзеры создают. Там, я не знаю, в чем прикол, но ты его создаешь, как бы. И там бандиты, да, стали создавать, и туда школьники бегать, они их грабили. И они ограбили 10 человек, да. А могут какие-нибудь педофилы, да, педофил там создаст портал, и туда школота будет бегать, понимаете, или девочка какая-нибудь. Девочки, наверное, не будут в эту игру играть. Ну, с другой стороны, эта же игра может быть в крупном городе, и там... Покемон может быть где-то на открытом. Ну, в основном, да, но где-то... Ну, то есть, понимаете, да, как бы... Вот, то есть, такая херня, чуваки. Вот, и поэтому уже даже и по новостям уже вышло, что там уже посмотрели, да, что нельзя там в Кремль, да, то есть, можно в Кремль поместить покемона, да, например, и так далее. То есть, чисто служба разведки, ёпты, понимаете? Вот, будут бегать и дурачки и за бесплатно, понимаете, за бесплатно. Фишка-то в чем? Еще и деньги с этого фирма будет получать, потому что уже они получают там 2 миллиона долларов в день, хотя игра еще по всему миру не запустилась. А, ну, понятно, может, интерес пройдет, это еще непонятно. Ну, не, понятно, непонятно, да, может, пройдет, может, не пройдет. Ну, какая-то часть дурачков все равно будет бегать. Тогда еще и деньги будут получать, и при этом еще всю информацию, да, по всему миру, на самом деле, даже дело не в России,
Это же везде и Китай, и Турция. Вот Турция, да, покемонов там везде накидали, они бегают, все показывают, понимаете? Освещают, сами того не понимают, понимаете? Дурачки вот эти, 1.5 IQ. Вот. То есть, понимаете, вот такой хитрый ход от масонов. Жидомасоны, короче. Придумали, да, дурачков, а это, ну, я говорю, кто будет играть в покемонов? Ну, дурачки, понимаете? И их будут, как там сказали, а ведь могут просто... вот в этих, на ракетной базе есть же солдаты, а у солдатов мобилки. Они будут там покемонов искать. Даже не школьник из города прибежит на базу, а сам солдат. Ну, конечно, солдатов проучат, но дурачок найдется, поверьте мне, найдется дурачок. Дурачков, вот в России чего-чего, а дурачков найдется, ёпты. Там же, там 1000 солдат, там одного дурачка достаточно, понимаете. Вот, поэтому система управления дурачками, на покемонов они бегают, собирают, да. То есть, вот, поэтому мне противно, да, того, что вот такая игра, она и вообще покемоны для дурачков, так еще и вот как вот такая вот херня манипулирует. А, вот еще реклама, да, ну это уже не такая страшная вещь, просто реклама. То есть, к примеру, рядом с Макдональдсом, раз Макдональдс заказывает рекламу этой фирмы, и рядом с Макдональдсом тебе кидают покемонов. Ты бежишь просто за покемонами, и ты думаешь, о, хочу пожать, а тут Макдональдс рядом. И идешь туда, да, ты думаешь, хорошо бы зайти, понимаете, например. Или в какой-нибудь торговый центр, например, там проходит какое-нибудь открытие, да, например, презентация чего-то, старт продаж, например, да, или еще что-то, неважно что, понимаете, и туда на 100 тысяч, просто туда какого-нибудь изумрудного покемона, да, раз и в этот день. И все туда бегут радостные. А туда прибегаешь, и что, правильно, таньга карман-то жмет, да, и вот так вот. Вот, а поэтому батя хитер раскрыл заговор масонов. Ставьте лайк, репостуйте, да, везде вообще, короче. Пусть знает, потому что я от ролики некоторые посмотрел, обзоры, да, уже обзоров там до хера, уже у всех там по 100 тысяч просмотров. Так там все обзоры-то в основном в чем? В том, что о, как бегать, то есть, ну, вот это как играть, вот это вот вся херотень. Вот, а вы знаете всю правду, как масоны манипулируют тупыми, IQ 1.5. Вот. Это по всему миру. Не только в России, но нас интересует Россия, короче. Вот. Поэтому сейчас будет сеанс лечения от покемонов. Лечись! Слуй и лечись. Лечись. Я тебя раззомбирую. Покемоны — это дерьмо. Я тебя сейчас раззомбирую. Прошивочку перепрошиваю. Как-то вас запрограммировали на полигонов. Ой, на каких полигонов? Покемонов. Очищайся. Очищайся. Ну, сатана, изыди. Изыди, сатана. Вот, короче. Все, короче, сеанс очищения от покемонов пройден. Теперь вы понимаете, что покемоны это херня для шпионов и предателей Родины, короче. Вот, поэтому удаляй из мобилки, короче. И плюнь на Nintendo, короче. Вот. Все. Как это, птицам, да, попугаем вот так вот. Гасит свет, короче, вот я вам сейчас свет погашу.